Прячься свои пескоструи, здесь чисто спорт. Тысяча рупных, тысяча лезвий. Захожу в клуб, забираю двух лезвий. Грязное дерби, играю за Сейнпи. Тебя порежу. Это отбив мужских достоинств. Все моя, да? Белая ласточка. Ну, похоже, как будто я владелец ее, да? Да. Все так думают, но... Посмотри, летняя резина немножко дропнула, короче, все лежачие мои, я... Наверное, ошибка, что так получилось. Сейчас, братан звонит, братишка. Это мой родной брат, мой младший. Сетап у меня новый, дропнул тачку, летняя резина, 55-й профиль. И, сука, все лежачие мои, я такой, нахер мне это надо было, я же хотел комфорта, ну ладно, летом потерплю. Сегодня у нас, знаете, что будет? У нас будет съемка с моей подписчицей, которая... Ой, слюна пошла, бля, знаете, уф, подписчица будет горячая, красивая. Сегодня будет пилон, но пилон в моем формате будет силовой, моя подписчица, она представится потом, у нее будет... Ну там, танцульки, трендеж, сплетни, интрижки, но дело не в этом. Я сегодня буду в особенной экипировке, потому что обычно же мы приходим, у девочек там шортики, трусики, там маечки, бровки накрашены, а у меня будет не просто шорты, голый торс, а элегантный стиль. Я надеюсь, что экипировка моя не порвется. Не будем тянуть, давай, начнем, короче. А балахон у меня от Real Head. Не забываем, ребят, там еще есть Real Head Athletic, моя линейка с ними совместно, короче, там еще будут всякие интересности, так что шорты тоже, носочки, ой, ссылка будет везде. О, смотри, подожди, Real Head, а что тут написано? А что тут написано? Да? Отъебись. Ладно, пошли. Гони, ёшь твою, гони, гони, видишь? Катушки поставил новые на свой. О, на свой Civic. Стиль. Да, еще подожди, смотри. Дисочки приобрел, вот их на реставрацию надо. Короче, у меня, в общем, у кореша делаю, и остались небольшие денежки. О, остались деньги? Да. Так пошли их прохаваем. В рестик, вон там вот есть, я знаю. Не, Владос, я не хочу на кафешку тратить, я лучше вот деньги, оставшиеся маме, отправлю в Грузию. Вот, ну, ей повыгоднее было. В Грузию? Так там же по-любому будет большой процент на комиссию. Не, все это формал, Владос, если переводить Тинькофф Блэк, знаешь, сколько комиссия? Сколько? 0%. Да ладно? 0. Да не может быть такого. 0, я тебе отвечаю. Да как так? Такого же не бывает. Владос, бывает, до 20 тысяч рублей в месяц можно отправлять через приложение в телефоне вообще, типа, изи. Не, слушай, ну прикольная тема, а только в Грузию так можно? Не. Можно в Армению, Таджикистан, Узбекистан, там, не знаю, все СНГ охватывается, так что вообще не проблема. Валюту можно поменять мгновенно прямо в приложении. Открывайте бесплатный счет в валюте и меняйте ее по курсу прямо в приложении. Да, ребят, если вам нужно переводить деньги родственникам, я оставлю ссылочку в описании. Переходите, заполняйте заявку. Карту бесплатно доставляют по всей России. Карта Тинькофф Банка доступна даже иностранцам. Для получения не обязательно иметь паспорт РФ. Все с тем же кэшбэком до 30% за покупки и ежемесячным доходом на остаток. Быстрые переводы в страны СНГ без комиссии. До 20 тысяч рублей в месяц по номеру телефона в Армению, Киргизию, Таджикистан и Узбекистан прямо в приложении. А остальные страны по номеру карты также до 20 тысяч рублей в месяц без комиссии. Снятие наличных без комиссии до 500 тысяч рублей в банкоматах Тинькофф и до 100 тысяч рублей в любых других, если снимать от 3000 рублей. Карту доставляют бесплатно по всей России. Слушай, а у Тинькова всегда хороший кэшбэк был, я помню. Ну, он остался? Конечно. Рассказываю. Каждый месяц выбираешь 4 категории трат. И будет приходить до 15% кэшбэка. И до 7% на остаток по счету ежемесячно. Ну и, конечно же, друзья, ссылочку я прикреплю в описании. Смотри, в какой комфортной зоне мы распределились. Ребят, ворвались мы в определенную берлогу. Здесь нас встретили три гражданочки прекрасные. Я им сказал одеться максимально элегантно, максимально стандартно, как они тусуются в этой зоне.
Ну и девочки сказали, да, конечно. Сегодня будет силовой у меня формат. Я сегодня, грубо говоря, снимаюсь и тренируюсь. Сейчас представлю девочек. Они расскажут кое-что. Ну, видно по телам, что такие хорошие, спортивные, силовые. Но я буду сегодня, наверное, самый грациозный на этом районе. Самый элегантный и такой прям, наверное, сутенерский стиль дешевый, да, можно сказать, да? Давно вынашивал этот план. Я очень надеюсь, что все это дело реально не порвется. Оно выживет, и я смогу нормально кататься на своей Хонде, типа, ну, на стиле, знаешь, типа такой мамкин ракетир, короче, в таком духе. И тут, смотри, это моя подружка. Всем привет, я Карина Космо, занимаюсь экзотиком. Экзотиком? Да, мы сегодня будем тренироваться. Экзотично. Что-то делать, прыгать, мосты, шпагаты, разносить гогу. Блин, ну давай немножко по-другому начнем. Скажи, пожалуйста, Карина, до этого чем занималась? Ну, спорт. Ну, в самом детстве гимнастика художественная, потом танцевала, а потом все виды спорта, зал, кроссфит, бодифитнес. И все стало скучно, пришла в пилон, поняла, что постигать и постигать. А, ну ты такая деловая прям уже. Да, и решила, что легко акробат мне лично, вот с моими любимыми конями. Сколько они весят? Да 600 грамм. А это можно использовать как кастет? Я что-то представил, да? Знаешь, в бою, да, короче, да. Слышишь, такой, знаешь, достаешь не кастет, а вот это, типа, и втаскиваешь. И с руками душишь. Да, 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 в конце. И еще у нас, к сожалению, ненадолго еще есть одна гражданочка, мы ее сейчас представим. Всем привет, меня зовут Виталия Андреечка, я больше по шестовой акробатике, ну или по пилонной акробатике, как-то сказать. Ну, с каблуками я на вы, но я сейчас борюсь с этим, да, и меня Карина учит, вот, и больше я без каблуков могу акробатику, какие-то трюки, переходы, очень люблю динамику, вот. Я не знаю, начинать с разминки или нет, хотя я думаю, что с разминки, я просто сейчас оденусь. И вот, кстати, смотрите, помните, Trailhead Athletic, вот футболочки наши, линеечка совместно с Trailhead, там, ссылки будут внизу, залетайте. О, мне еще тапочки подогнали, сейчас начнем. Не ваши вот эти шортеля, короче. А будем сейчас делать силовой элемент, называется фулум. Не знаю, что такое, но вот, буду сейчас смотреть. Сейчас мы попробуем. Это флаг, но этот флаг еще нужно делать во вращении. И уйдем в срыв под мышку. Так, смотрим. Блин, вот здесь я, наверное, затуплю. Теперь смотри. Флаг, я думаю, ты выйдешь, да? Классический флаг? Да. Ну, ноги, только ноги на себя. Блин. На себя, да. Теперь нужно уйти под ручку. Сейчас, подожди. Да, молодец, да. Ага, босс. Я больше переживаю, что у меня жопа по швам пойдет. Без приколов. Я хочу сохранить костюм. Подожди-ка, я хочу его сохранить. Значит, смотри. Делаем классические перехваты, и в этих потом перехватах будет подниматься. Ну что, хорош? Да. Это грациозно было? Да, очень. Сколько 10 ебучих шакалов из 10? Ну, с носочками 10, без 8. 6, а носки должны быть в тапках. Короче, получается вот так. Да. Это круто. Пацаны, прячьте свои пескоструи, здесь чисто спорт. Marvin Devine. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating things on all the rumors you be claiming. It's cool, I'm done with you, so they can throw you a celebration. You gon' hate it when you see me with somebody living better.
сейчас у меня начинают, ну, пролезать руки очень хорошо. Я больше, наверное, сейчас их чувствую. Руку вставляем в распор. Ага. И вот этот наклон берем разгон. Блин. Ну, не важно тут, по какой траектории ты ее вверх, угу, и поменял. Я еще шею в зацепе. Прикольно. Дальше перевернулась на флаг. Сейчас попробуем. Ну, если что, поднастраивать. Да, так, конечно. Подождите, может неудобный момент быть. Я тебе говорю, такую натягу. Подожди, подожди. Вот, да, вот эта нога, только повернись туда. Угу. Правая рука повыше. Вот так? И на зеркало работаем. Так, а вот эту руку? Развернись. Да. Ты себя попой вытаскиваешь. Нижнюю ногу ставишь вот сюда, ну или не ставишь, вытаскиваешь. Это в распор. Угу. Вот так? Это не распор. А что, распор? Нет. А как? Вот так. Вот так? Да, так повыше. Так. Проворачиваешь таз. Окей. И на флаг. Ноги поменял на меня и на себя ноги. На себя раздвинь ноги! Спрыгивай. Ты зашел нормально, то есть у тебя одна нога высокая, потом ты поменял две на себя, потом спрыгнул. Я просто немножко не понял. Это нормально. Я затупил. Я больше переживал опять же за костюм. Гладкий, красивый. Узорчатый. Выходного дня. Мы с тобой оп. Шею в зацеп. И вот она, правая нас нарисовала. Да. Правый вниз. А потом плюс-минус. За грацию ничего не говорите, я думаю, там вышка. Ой, мои связки. Да, тоже ноги, да? Поднимаем, ну, любым способом. Отсюда сначала у нас флажок. Отсюда мы делаем кач. И отсюда... Ну, давай. Да? Заходим во флаг сейчас, просто запрыгиваем. Мы сам заходим. Заходим перед пилоном, делаем кач ногами, потом резко голову перед пилоном и уходим в локоть. Да. Нужно делать это в срыве же. Подожди. Блядь, тут не взял. Когда кожа, к примеру, сцепление с палкой, с пилоном, наоборот, немножко лучше, а тут получается... непонятки какие-то. Ну и просто я начинаю думать, бля, как, да, сделай так, сделай сяк. Я такой, а раз так надо, ну и начинаю тупить. Идем на руки. Печевом. Цепляемся любой ногой, вторую ставим. Mm-hmm. И тут по вертолете. Раз. Что-то мне кажется, он сейчас запутывается, прикольно. А тут ноги просто смена. Правая ведет, эстафету левой. Левая в зацеп. Правая ведет, эстафету левой. Ну и потом рвем промежность. Теперь зацени, как она сделала, сейчас как я сделаю. Так, теперь ноги все соединяем наверху. Эту руку вниз. Как мне? Отпускай, на одной стоим. А, стой, подожди. Да, держи сапками, держи. Сейчас. Yes. Подтягиваем живот, жопу включить, да. Вот так? Нет, эту стой, оставь зацеп. Это рисуй круг на меня, стой. На меня. Рисую. Передал эстафету. Пам. Нарисовал. Итак. Ой, подожди, мне больно, это шар придавливает. И наш богат. А, еще раз, еще раз. Бля, еще даже сознание потеряю. Бля, можно же было по-другому потренироваться, ну прикольно. Нормально, нормально, только прогиб делает большой. Достаточно грациозно? Очень грациозно. Короче, с грацией, да, у меня всегда была беда. Но вот здесь мобильность и растяжка. Видишь, у меня ну, относительно отсутствует. То же самое, только на пресс, те же вертолеты. Значит, как это будет? Он весь вечер сегодня в микрофон кричал. Он завел толпу, он кричал гоу-гоу. Ну а мы все это повторим с вами снова. Ну где же ручки? Где же ваши ручки? Давай по ним в ручки танцевать. Ну где же?
охлаждение, кстати, не работает, потому что, я говорю, все тепло удерживается. Только вот грудная как-то более-менее, голова охлаждается. Вот эту вниз. Так. И по кругу пошел. Та-та-та. Не держаться. Держусь. Та-та-та. Понял, да? Блин, ну, мне нравится. Я, честно говоря, пресс минимально почувствовал. Я сейчас чисто руки, наверное, и отвлекаюсь очень сильно. Если делать более качественно, то понятное дело, что придет к прессу. Но в данной ситуации я больше сумбурю, чем так, знаешь, типа... Давай еще тогда на боковой пресс пойдем полежим. Через треугольничек. Жопу-жопу вверх. А? И, например, сначала пойдем в стоечку. Yes. Это ты сгорбился. Ага. Вот мы стоим на плече, если мы не горбимся. Не торопись, не торопись. О, носочки тянет! Прям костюм снова. Да, да, костюм, костюм, конечно. Сука. Поэтому в ноги нужны трусы. Сеточкой. Ну сегодня я элегант. Тихо-тихо, не порвись, не порвись. Карина, расскажи, где мы находимся. Рекламу же надо сделать как-то, девочка. Мы находимся недалеко от Санкт-Петербурга, город Сосновый Бор. Ехать всего лишь час на машинке. Мы в студии «Вертикаль». Это потрясающая, вообще уникальная, огромная, светлая студия. Затаилась в нашем прекрасном Сосновом Бору. У нас красивые пляжи, сосны. У нас крутые тренера, классные клиенты. Заходите к нам. Залетайте, короче. Да. Не стесняйтесь. Все, и пацаны, и девчонки, все к нам. По мне, наверное, вообще мало, да? Ходят. У нас отсюда выращен Илья Мед, такой довольно знаменитый в кругах экзота. Вот, и еще пару, Жень, кто там еще? Еще пару чуваков. Короче, Фурсов. Короче, нормальные пацаны тоже двигаются на пилоне, потому что это жестко. Потому что работать с собственным телом... Ну, они по силовому формату, да, получается, агрессивному такому? Да, ну все тоже у них, все флаги, зацепы, переходы на стопах, вот, что ты тоже делал. Он с каблуками, да. Ну, это тоже специфика там определенная. Это уже как вашей душе угодно, там, если Гоги на штаны одеть, то можно и каблуки, в принципе. Гога, что думаешь? Гога поделится, это не точно. Я пока так. По старому, да? По старой школе. Сейчас я сделаю, конечно. Меня очень сильно восковывает, но я думаю, в этом мне и кайф. Давай руку вот эту назад, стой, подожди, руку выпрямим, выпрямим. Вот тут не горбись, да, вот, эта нога сюда, эта наверх. Вытягивайся, соединяй, соединяй. Все, побалансируй вот, побалансируй, носочки. Что, зря тапки одел, что ли? Ну, конечно. Я сейчас спускаю. Yeah. А вот теперь на грудь переваливаемся. И мостом сходим. Yes. Это было вот так примерно. То есть он зашел в стойку, а потом вот с этой центральной штуки перекатился сюда. Все элементы лучше прорабатываются в связке, не отдельно. Поэтому сейчас мы Гоге дадим задание. Всего лишь три элемента. Все, соединяем, смотрим. Ничего не запомнил. Ctrl-A, этот, Ctrl-V или как это? Ctrl-C. Ctrl-C, да-да-да. Скопировал, типа, сейчас, ну, как мог. Можешь мне бросать, сколько можно врать. Хочется на нос касаться в это. Что любовь была, и стрелка и душ. Стала скучная тебе. Так. Так, что тут? Я тебе не верю. Все, что вы знаете.
Сука, подожди. Блин, просто царь зверя. Ну как? Он даже прогиб сделал. Давай, красава. Посложнее, да, можно дать уже? Дальше посложнее дадим. Флип. Гога, сказали, ты слишком легко справился. Ну да, наверное. Нужно пару элементов, Чуть не переломался, ну как. Называется отбив мужских достоинств. Упражнение, элемент точнее. Ты там нужно будет ударную нагрузку на себя принимать. Уже, конечно, не очень приятно будет, можно чуть раскататься. Включить ягодицы, чтобы поясницу свою не оторвать. Ну и на инерции, на силе спины, выйти на грудь. Пообдавливать щеки. Повторит он. Гога, ты чё? Ты это видел? Блядь, посмотри, кайф. Ну чё, сможем повторить? Давай. Для подписчиков, для мужиков. Для подписчиков, блядь. Да, ну могу сейчас. Ну спина у меня тут напряглась. Поясничный отдел такой типа привет. Ага. Он еще на руках напрягся, на самом деле, когда стоишь на двух, он почему-то сначала дает о себе знать. Ну мне прибило, да. Все по миру будем катать. Я научу, что такое грация. Покажу. Такой его ушел, Настя. Вам прикольно еще как раз. Взбодрился. Зашел тут к подписчикам, бля. Че скажешь? Нормально? Ну, я могу? Да. Атлетизм, короче, не просто так прошел. Вообще не просто так. То есть этот прогиб можно вытащить на руках, на силе рук, или за счет прогиба. На руках, показывает практика, можно. Но с прогибом тоже будем работать. Короче, предлагаю, что ты красивую связку сделаем, мы на этом... Завершили по пизделке, сделали мастер-класс, и все. Мастер-класс, да. Мастер-класс, бля, да. А я так, знаешь, как этот избитый больной свидетель буду смотреть и все, и страдать. Waiting for someone to take me away. Get these thoughts off my mind. As I wake, thinking of you, hoping that you are thinking of me too. I cannot sleep without you by me. Ну что, ребят, такая небольшая, прикольная по мне серия, надеюсь, по крайней мере, получилось. Я понапрягался, связки загудели, постарался, что-то там подтворил, подел, посотрясал воздух, там ногами видели, какую грацию накидывал, Леха, да? Карина, ну, типа, легкий респект накидала, короче, сказала, ну, что ты там можешь? Да. Прогибы, шпагаты, полу вот эти вот ваши, вот мужские вот эти, знаешь, типа. Которые, ну, на полшишки. В принципе, кайфанул, это как тренировка для меня получилась. И зарядился эмоциями. Сейчас Карина пару слов скажет. И обязательно, ребят, еще такой нюанс-момент. Не забывайте накидывать комментарии, лейкоциты, понравилось ли Карина или нет. Там сплетни, интрижки, там чай-кофе побреемся. И по ссылкам тоже залетайте, смотрите. Ну и передаю слово. Ну что я могу сказать, что экзотику можно учить даже мужчин. Это все возможно. Пилон это не только женское. Приезжайте. И еще. Залетайте к ней на страничку. Только держите пескоструи свои обязательно. Крепко.